Ну, я хочу снять. Сегодня мы будем готовить. Здесь у нас килограмм. Мидии датские с Гренландии. О, даже подтверждение, что они морские. Они с ракушкой. Главное хорошо их вынуть, чтобы не было никакого мусора. Я вот имею вот такую щетку. Либо можно, наверное, даже обычные губки для мытья посуды. Сначала моем, чтобы все было идеально вымыто. Моем каждую медь, каждую ракушку. Моем водой, чтобы не было никаких остатков морской всякой гадости. Вот я в процессе нашла вот такую. Вот, чтобы не было вот этих всех дел, для этого и моем качественно. Вот одна открытая была, поэтому можно посмотреть, в принципе, что здесь внутри. Ну, не все равно есть, в принципе. Так, ну вот все, что нам понадобится. Здесь килограмм. Я мыло посчитала 100 штук в килограмме. 300 грамм воды, 50 грамм оливкового масла, лимон. Ну, тут 5, 6, 7. Мелкий просто чеснок. Петрушка, укроп, зелень. Я специально взяла такую широкую кастрюлю. Это 5-литровая кастрюля. Выливаю сюда 300 грамм воды. Включаю плиту. Значит, добавляю 50 грамм оливкового масла. Немножко зелени, тоже то, что заложено. Пока вот это все закипит. Сейчас оно закипит, начнется пахнуть. Потом займемся сливами дальше. Килограмм наших медей. Засыпаю дальше всю оставшуюся зелень и выдавливаю сюда сок одного лимона. Все закинули, все размешали, закрываем прозрачной крышкой, чтобы наблюдать за этой красотой, и ждем. Такая красотенька. Ой, запотела крышка. Все, включаю. Сейчас покажу, как это смотрится на тарелочке. Вот они готовятся, и там прям бульончик такой появляется. Такой прям настоящий рыбный бульон. Очень симпатично выглядит.